Очередная порция полезной информации. Здравствуйте! Сегодня поговорим о спорте. Из-за веломарафона «Соколии горы» в Самаре временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города. С 8 утра и до 15.30 4 августа движение транспорта ограничат по автодороге на кладбище Лесное, от лыжной базы «Чайка» до поворота на кладбище. Также из-за соревнований в период с 8 утра до 16 часов 4 и 6 августа движение закроют на следующих улицах. По улице Арена 2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину хутору, по проезду номер 2 по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров. Кроме того, с полуночи до 16 часов на вышеуказанных участках запретят остановку и стоянку транспортных средств. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования. Руководство «Крыльев Советов» продлило контракты с молодыми игроками. Богдан Овсяников, Геннадий Киселев и Егор Галенков останутся в самарских «Крыльях Советов» еще на 2 года. Об этом сообщили в пресс-службе Волжского клуба. Все трое 20-летних игроков являются выпускниками Тольяттинской академии «Коноплева». Успешно защищали цвета молодежного состава и в данный момент работают с командой мастеров. Стоит отметить, что полузащитник Киселев и форвард Галенков уже успели дебютировать в премьер-лиге. А голкипер Богдан Овсяников постоянно попадает в заявку на матчи Волжского клуба. Защитник баскетбольного клуба «Самара» помог юношеской сборной России одержать очередную победу на Евробаскете. Сборная России по баскетболу переиграла команду Германии со счетом 76-65. В составе национальной команды блистал защитник баскетбольного клуба «Самара» Данила Чикарев. Он провел на паркете спортивного комплекса 21 минуту. В его активе 5 очков и 5 подборов. Благодаря результативным действиям Чикарева россияне прошли в четвертьфинал первенства. Их соперниками за право выхода в полуфинал соревнований станет сборная Испании, которая накануне разгромила команду Латвии со счетом 87-52. В воскресенье 4 августа в Доме 77 покажут моноспектакль «История о господине Зомере» по повести Патрика Зюскинда. Режиссер постановки Андрей Пономарев приехал из Краснодара. Этот спектакль родился в Самаре. Его уже показывали в других городах и на множестве фестивалей. За это время он победил в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая мужская роль» театрального фестиваля «Земля. Театр. Дети». Повесть рассказана от лица ребенка. Несмотря на то, что это поток мыслей мальчика, он олицетворяет контраст между детством и взрослой жизнью. Моноспектакль пройдет по адресу Ленинградская, 77, в 21 час. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу «События» на телеканале «Самара ГИС». Всего вам доброго. До свидания.